Добро пожаловать в обзор измененного классического героя. Сегодня мы рассмотрим изменения, которые коснулись Хеллбрингера, но не волнуйтесь, Мальфос никуда не делся. Первая способность Хеллбринера — Demon Strike. Векторная способность с несколькими зарядами, для использования которой нужно указывать стартовую точку и направление. В момент использования Demon Strike появляется демон, который бросается в указанном направлении, попутно нанося врагам магический урон и накладывая на них страх. Demonic Wave — вторая способность героя. Хеллбринер пускает в указанном направлении демоническую волну, которая накладывает на врагов эффект Death Boil. Death Boil наносит магический урон с течением времени. Урон зависит от уровня способности. Третья способность Хеллбринера — Evil Presence. Герой призывает себе на помощь демона-прислужника, который исцеляет Хеллбринера на 30% от любого урона по живым существам. Также демону можно приказать наброситься на врага, и тот бросится на него с максимальной скоростью. При достижении врага или через 5 секунд после начала движения, демон взрывается, замедляя всех врагов вокруг и снижая их магическую защиту. Демон возвращается к Хеллбринеру через 15 секунд. Пока демон мертв, Хеллбринер не восстанавливает здоровье от нанесенного урона. И, наконец, финальная способность — Summon Мальфос. Хеллбринер призывает могущественного демона Мальфоса. Герой возвращается к корням и теперь снова призывает одного демона. Но Мальфос при этом стал значительно сильнее. Герой указывает область, и в ней моментально появляется Мальфос, оглушая врагов на одну секунду и нанося им магический урон моментально и постепенный урон в течение трех последующих секунд. Мальфос обладает своими уникальными способностями. Первая способность демона — Immolate. Пассивное умение Мальфоса, которое наносит магический урон всем врагам вокруг демона. Вторая способность — Burning Sword. Демон получает увеличение скорости атаки в зависимости от уровня призыва Мальфоса. Третье умение — Fire Bomb. Каждые 3 секунды Мальфос метает огненный шар в случайного вражеского героя рядом с собой. Рассмотрим обновленного Хеллбринера в деле. Хеллбринер приходит на центральную линию и открывается призывом Мальфоса. Затем он наносит огромный магический урон Demonic Wave и Demon Strike. Вторым зарядом Demon Strike он добивает Валькирию и успешно выигрывает драку. Попадание Demonic Strike по силуэт позволяет Хеллбринеру гарантированно наложить Death Boil. Силуэт пытается бежать, но подручный демон Хеллбринера настигает ее, значительно снижая магическую защиту. Магический урон от Death Boil не оставляет силуэт ни единого шанса. Надеемся, вам понравится обновленный Хеллбринер. Оценить его мощь можно будет уже в ближайшем патче. Увидимся в игре!